Обучаясь на втором курсе медицинского университета, Дойл решил попробовать себя в литературе и пишет рассказ «Замок с привидениями в Горстопе». Здесь описывается Диада, потом она будет достаточно нам хорошо известна. Это умный и проницательный герой, а второй немножко попроще, ну не поглупее, но несколько попримитивнее думающий и восхищающийся своим приятелем. То есть, получается, уже двоица создана была. Но рассказ не приняли к печати, и, безусловно, Дойл очень переживал это. В начале лета 1878 года доктор Ричардсон из Шеффилда обслуживал пациентов из бедных слоев общества, и зарплата была достаточно условной, потому что чаще расплачивались бедняки либо рыбой, либо овощами. В редких случаях были какие-то мелкие деньги. И, разумеется, зарплаты докторов, работающие с этими слоями, были весьма-весьма низкими. И вот Артур устраивается к Ричардсону в качестве помощника. Он готовит лекарства, работа тонкая достаточно, справляется он с ней неважно, ну, больные ему тоже особо не доверяют до конца. И в конечном итоге Дойл и Ричардсон расстаются через две недели такого некоторого взаимного мучения. А после этого Дойл опять ищет себе работодателя и находит его в лице доктора Эллиота. Ему был нужен помощник. А дело в том, что практика у Эллиота была достаточно небольшой, и поэтому у Дойла оказывается довольно много свободного времени. И вот, в частности, он, когда Эллиота не было дома, даже один раз провел операцию у пациента, который был на городском празднике. Там его ранили в голову осколком от пушечного выстрела, а Дойл извлек осколок из головы. И даже доктор Эллиот остался доволен этой работой, но сам пациент хотел на Дойла подать в суд, чтобы тот заплатил деньги в виде компенсации за причиненный ущерб. Ну, слава богу, все более-менее нормально разрешилось. Ну, большую часть своего времени Дойл предоставлен сам себе, много читает, в результате чего, как он сам о себе потом писал, у него начался некий умственный прогресс. И вот как-то раз он обратился к доктору Эллиоту за жалованием, а тот сказал: «Дружок, вы писали следующее. Студент третьего курса, больше интересующийся опытом, чем оплатой, предлагает свои услуги. А поэтому оплаты вам никакой я дать не могу». И, разумеется, расходы на работу доктора Эллиота ему не возмещает, и так же, как не возмещает расходы на дорогу. Ну, все-таки в 79-м году получается вполне удачный вариант с третьим доктором, доктор Хорн. Ну, если внимательно посмотреть в плане жизни английских докторов конца 19 века, годовой заработок стандартный был где-то около 3000 фунтов стерлингов. Сейчас, конечно, эта сумма выглядит достаточно серьезной, но если мы внимательно посмотрим, один прием, ну вот, допустим, стоимость приема, часовой прием у врача стоил тогда приблизительно, если мы говорим шиллинг сейчас по курсу, ну, где-то 120-140, 160 рублей, сложно сказать, но вот приблизительно столько стоил час. Из бедняков брали обычно шиллинг, но все равно затрат временных было много, а оплачивалось это весьма-весьма уныло. И часто еще больные, ну, некоторые пациенты, у которых было достаточно мало средств, они брали какие-то лекарства, и бутылочка с лекарством обходилась 1,5 шиллинга. Учитывая то, что пузырьков прописывалось немало, их больные покупали, и, как правило, у доктора, а не в аптеке, то, соответственно, Артур тоже стал планировать, что вот в результате даже продажи подобных лекарств уже может выйти какая-то сумма, и на этом можно прожить. Работая ассистентом, а Дойл был не единственным, кто работал ассистентом у докторов, да, была довольно трудной, и часто за вечер приходилось готовить множество разных лекарств.
Дойл делал ошибки, как он сам пишет, а в ряде случаев посылал баночки мази и коробочки пилюль с подробными инструкциями на крышке и пустотой внутри. А чуть позже, когда он напишет роман, который посчитает, что его должны очень благосклонно принять в Англии, потому что это практически, как он считал, некая Библия такая врачебная. Это Старк Монро. На самом деле это автобиографическое произведение, но, безусловно, с некоторыми дополнениями. В частности, там у доктора есть хороший друг, хороший отец, ну и вот один персонаж, так называемый Трикстер, который и у Дойла тоже присутствует в его собственной биографии. На самом деле Дойл немножко здесь... Но постарался приукрасить ситуацию. Но все-таки, вот в Старке Монро Дойл описывал так: рабочий день молодого врача. Кстати, есть еще одно пересечение. Вспоминайте у Булгакова записки юного врача, тоже весьма похоже. Мы завтракали около 9 утра, и тотчас затем начинали являться утренние пациенты. Хортон исследовал лучших пациентов в кабинете. Я осматривал беднейших в приемной. Орландис Маккарти писал рецепты. Вот. А примерно та же самая работа была и у Дойла за обедом, а потом за обедом и чаем, потом продолжалось до 5 дня, после этого возобновлялось, чтобы прерваться ужином. А часто были и ночные вызовы, и заканчивались они часто тогда, когда приходилось уже садиться завтракать. То есть работы было достаточно много. И вот Дойл познакомился с доктором Хоу. И тот за работу ему платил 2 фунта в месяц, все-таки какие-никакие деньги. Но все-таки студент 3-го курса должен был какие-то деньги зарабатывать, нужно было как-то жить. И вот здесь, учитывая то, что Дойл находился в доме у Хоу и лечился, в смысле, и работал у него, и больные приходили лечиться именно к доктору Холл, то, соответственно, и Дойлу некуда было тратить те деньги, которые он зарабатывал. Вот постепенно, за полгода скопилась некоторая сумма, в результате чего Дойл был очень признателен доктору Холлу и его жене. Но в этот самый момент, вот в это время, в этом году, как раз Дойл впервые стал получать удовольствие от работы врача. Но 79-й год становится для Дойла счастливым немножко в другом отношении. Он пишет «Тайну долины Сессекса». Вот. Этот рассказ небольшой, он связан с путешествиями. И, кстати, Дойл был заядлым путешественником, но, как ни странно, в его произведениях о путешествиях он пишет очень мало. И это тоже очень интересная история. На самом деле, он довольно много ездил, довольно много повидал, и, казалось бы, именно эта тематика могла бы стать для него базовой. Но его более привлекали исторические романы или, в ряде случаев, некоторые детективные. Ну вот, в данном случае «Тайна долины Сессекса» довольно проста. Написана она от имени недоучившегося студента, который со своим товарищем уезжает в Южную Африку, в африканские колонии, в надежде разбогатеть. А действительно, с 1867 года на территории нынешней Южноафриканской республики были открыты месторождения алмазов, чуть позже и золото будет открыто. И, конечно, множество англичан устремилось туда для того, чтобы по возможности разбогатеть. Ну и изначально герои никакого богатства не находят, ютятся в хижине, прибиваются случайными какими-то заработками. Но как-то раз их навещает знакомый и рассказывает, что в местечке под названием Долина Сессекса, где по преданиям Кафра водятся духи, по ночам виден некоторый таинственный огонь, жуткий огонь. И рассказчик не видит необходимости на этот огонь глазеть, но его друг все равно говорит, что нужно туда съездить. И, как выясняется, они увидели, что это огромный алмаз, который решает все их материальные проблемы. Но сначала по ошибке они находят не тот камень, но потом постепенно находят настоящий алмаз. Ну, в общем, сам по себе рассказ не столь, может быть, интересный, но здесь уже несколько чувствуется стиль Дойла, его изложение. И это уже как бы такой очень интересный момент, который потом мы будем узнавать в его поздних произведениях. Там уже чувствуется авторский слог. Дойл отсылает «Долину Сессекса» в литературно-художественный журнал шотландский, назывался он «Chamber Journal»,
И, на удивление, его печатают. Печатают его 6 сентября 1979 года и получает за него автор целый 21 шиллинг. То есть за крохотный рассказик никому неизвестного автора заплатили вполне приличную сумму. То есть это где-то в среднем около 300 долларов заплатили, как бы мы сейчас сказали. Да? Вот. А Чехов получал за свои ранние рассказы где-то в среднем, за 6 рассказов он получил за ранние свои рассказы 32 рубля 25 копеек. То есть это где-то на нынешние деньги около 100 долларов приблизительно. Да? Вот. Ну и, соответственно, все-таки вот начинается некоторая раскачка. С одной стороны, это работа врача, которая сама по себе вроде бы интересна, но, к сожалению, она непредсказуема. Очень часто бывает, денег не хватает, а времени требуется достаточно много. А с другой стороны, часто бывает, что нет пациентов. Если практику врач не покупал, как я уже рассказывал, то, соответственно, он мог и впустую, совершенно в ожидании своих пациентов, проводить дни. И тут Дойл находит для себя очень странный вариант, такую золотую середину. В феврале 80-го года студент Клод Карри, ну, некоторые его называют другом Дойла, некоторые биографы Дойла, но это не совсем так, характер у него был весьма, мягко сказать, специфический. Но все-таки. Итак, вот Клод Карри рассказывает Дойлу, что ему предложили поехать в экспедицию, арктическую экспедицию на китобойном судне в качестве врача. Но он решил не ехать и спросил Дойла, может ли тот поехать. Ну, Артур сдал зимнюю сессию и подыскивал на весну работу. Поэтому, разумеется, для него было важно действительно как-то заработать. Да, обратите внимание, сдал сессию и сразу уехал в путешествие. Итак, Дойл прослужит на судне китобойном 7 месяцев, заработает где-то около 50 фунтов. Ну и, соответственно, в это время китобойный парусник «Надежда» он назывался. Вот, он пошел, вышел из порта Питерхед через Шетландские острова, Норвежское море. У Шетландских островов «Надежда» застигает шторм, и несколько дней они проводят у берега. А наконец, когда погода восстанавливается, экспедиция двигается, продолжает двигаться на север. И через несколько дней «Надежда» оказывается среди дрейфующих льдов. Ну, разумеется, чем занимались китобои? Да? Прежде всего, это охота на китов, но также была и ну, как охота, сейчас бы сказали, это убийство, но все равно детенышей тюленей. Их убивали, и Дойл как-то вот вспоминает эти убийства, очень печально, очень так болезненно воспринимает, но нужно было как-то зарабатывать. В своих воспоминаниях и приключениях он также описывает эту арктическую экспедицию и сожалеет о том, что эти убийства были. Ну, кстати говоря, мы можем сожалеть о том, что он не стал писателем, который более занимался путешествием. Если брать его «Затерянный мир», это один из немногих рассказов, связанный напрямую с описанием каких-то местностей. А тема Арктики сама по себе была для него довольно значима. Она произвела на него неизгладимое впечатление. И самое главное, это бесконечная тишина, жуткая тишина, когда нет ветра, когда абсолютная пустота, и только на корабле слышны шаги людей. А так полная тишина и темнота. Здесь какая-то мистика даже в стиле Эдгара По более проявляется. У Дойла были и некоторые приключения. В частности, два раза он совершал некоторые ошибки, ему капитан разрешил сойти на льдину, и один раз Дойл поскользнулся и упал в море. Его вытащили. Но через несколько времени он повторил этот опыт, и поэтому в команде его стали называть «Великий северный ныряльщик». Ну, как ни странно, у него, как у врача, в этот период было достаточно мало практики. То есть, больше он наблюдал, смотрел или занимался какими-то корабельными вопросами, но не вопросами, именно связанными с его непосредственной профессией, то есть врача. А когда Дойл оканчивает Эдинбургский университет, он рисует карикатуру, он хорошо рисовал. Как я говорил, в роду Дойлов было принято рисовать, и они были прекрасными художниками. И Дойл нарисовал на себя
карикатуру, на которой написали «License to kill», лицензия на убийство. То есть он получил диплом. Соответственно, с дипломом тоже нужно что-то делать, как-то устраиваться, но никто его толком, как молодого врача, не примет. И поэтому он начинает искать новые места. Найти место начинающему врачу достаточно проблематично, никто начинающего не принимает всерьез, а для того, чтобы купить готовую практику, то есть приобрести кабинет вместе с пациентами предыдущего врача, да, который уходит, допустим, уже на покой, как тогда говорили, или мы бы сказали, ушел на пенсию, просто не было денег. Поэтому он принимает решение, допустим, переехать в какой-то другой небольшой город. Но там тоже проблема, там есть свои врачи, и, соответственно, все равно конкуренция будет достаточно сильной. А должности в клиниках молодым специалистам были недоступны. И поэтому Дойл начинает обивать пороги, пишет, предлагает свои услуги, но, к сожалению, не получается. И вот как-то раз он пишет, отвечает, точнее, на запрос, читает в газете приглашение на должность корабельного врача, такая с довольно жалкой оплатой, 100 фунтов. Ну, в итоге осенью 1888 года формальный доктор проводит опять свое свободное время в качестве ассистента у доктора Хора, о котором я уже говорил сегодня. А там, опять же, завтрак, прием, обед, визит, ужин, ночные вызовы, завтрак и так далее. То есть работы было много, и он был вынужден опять работать у Хора. Когда все-таки бывало какое-то свободное время, Дойл пишет, сначала пишет научную работу, потом она у него выльется уже в его докторскую диссертацию, но об этом несколько позже. Но вот пока Дойл работает у Хоу, ему приходится много общаться с представителями низших классов, он внимательно за ними наблюдает и делает вывод, что часто они бывают намного добрее, благороднее и разумнее, нежели чем, допустим, люди, имеющие более высокий статус и более высокий достаток. Удивительно, что он не стал марксистом. Ну, что-то повезло, потому что Герберт Уэллс, допустим, благодаря подобным наблюдениям, постепенно стал увлекаться социализмом. Вот, стал социалистом. Дойла это миновало. В октябре 1881 года он получает вызов в Ливерпуль, чтобы принять должность врача на судне «Маюмба». Так же, как в его рассказе про Африку, путь лежит в Африку. Естественно, Дойл принимает это решение, потому что, возможно, это будут новые впечатления. Но если, допустим, для нашего Николая Степановича Гумилева его абиссинские поездки послужили достаточно серьезным таким вот романтическим, что ли, направлением, то Дойла как-то африканская поездка никак не затронула. Он не видел там никакой романтики, хотя, казалось бы, экспедиция могла бы быть весьма увлекательной. При этом Гумилев, если вы помните, как раз совершал свое путешествие под эгидой императорского географического общества. И потом даже делал выступление по поводу своих поездок. Гумилев тоже был достаточно юным, ему было 22 года, когда он отправился в Абиссинию. А вот 22-летний Дойл, как ни странно, никак не увлекается африканскими путешествиями. Ну, Маюмба – торговый пароход, он несколько больше, нежели чем «Надежда», на котором до этого плавал Дойл. И, соответственно, они идут вдоль западного побережья Африки. А проблема заключается в том, что на Маюмбе слишком много работы для врача. 30 пассажиров, у некоторых довольно хрупкое здоровье, у моряков покрепче бывает. И однажды Дойл заболел тяжелой лихорадкой, еле из нее вышел. А среди пассажиров были дамы, так сказать, повезло ему, да, и поэтому приходилось довольно много помогать, много работать с людьми, поэтому у него не оставалось времени для того, чтобы любоваться восхитительными видами, прелестными бухтами и так далее. И весь вот этот африканский антураж как-то проходит мимо него. Экзотика была, восторг никакой не испытывал. Поэтому, может быть,
Дойл, работая врачом на Майюмбе, проводя все время в океане, с Африкой так и не смог толком познакомиться, хотя не писал. Ну вот, а тогда Британская Западная Африка – это территория именно Британской империи, и, разумеется, практически они не выходят за пределы своей империи. Какие города? Сьерра-Леона нынешний – это город Фритаун, Монровия – столица Либерии, Кейп-Кост – это современная Гана, Старый Каламбар – это часть нынешней экваториальной Гвинеи и так далее. Ну, в любом случае, остается именно Британская империя, и особо ничего интересного Дойл там не видит. Хотя Дойл писал, что белый человек в этих диких землях все равно остается незваным, несколько чужаком. Плавание на Майюмбе длится недолго, 3 месяца, и уже к середине этого срока Артур понимает, что вот подобная работа, подобная деятельность совершенно не для него, потому что он стал чувствовать, что он потихоньку начинает спиваться от скуки и от перегрузки. А доход ниже того, что я могу заработать пером за такое же время, а климат адский, пишет он. Ну, а если мы говорим о этнографии, о наблюдении за народами, к этнографии Дойл совершенно равнодушен, к миссионерству не склонен. И действительно, далее, после плавания на Майюмбе, он поклялся никогда более не путешествовать. Ну, напрасно он это говорил. Конечно, путешествовать будет, но на корабле больше никогда плавать не будет. Это действительно. А мать пишет ему письма с требованием, чтобы он нашел для себя должность корабельного врача. А Дойл, собственно говоря, сопротивляется в определенной степени. И вот, учитывая то, что сидеть безработным достаточно проблемно, он начинает думать пока о новом рейсе. Может быть, Южная Америка. Ну, в Южную Америку он не попадет, там будет его доктор Челленджер, профессор Челленджер. Но вот тут вот... Дойл все-таки решает более никогда не плавать, то, что я сказал уже. Да? И, соответственно, он возвращается в Британию, и для него оказывается весьма важным моментом все-таки поиск работы. И сначала он задумывается над тем, что нужно, чтобы были пациенты со связями в высшем обществе. Но на его объявление никто не откликается, и таких пациентов нет. А тогда к нему приходит как-то раз телеграмма от доктора Бадда, который в то время уже перебирается из Бристоля в Плимут. И в этой телеграмме, вот, это такой художественный текст, который пишет Дойл как раз в Монро, в старике Монро. Этот роман, который он написал по поводу Старка Монро, он, безусловно, автобиографический. Это слепок с личности Дойла за 1882 год. Итак, Бат присылает Дойлу телеграмму с описанием своего нынешнего преуспевания и приглашает его приехать к нему и работать с ним вместе. А затем пишет еще одну телеграмму, более настойчивую, и говорит, что за эту работу он будет получать приблизительно 300 фунтов в год. А цифра, безусловно, существенная, тем более Дойл безработный. И он решает ехать к Бадду. Кто такой Бад? Бад – человек достаточно неординарный, талантливый, но не чистый на руку, полугений, полушарлатан. И действительно такой трикстер. С одной стороны, он... незаконно рожденный отпрыск сапожника, но сын врача. А с другой стороны, будучи студентом, Бат постоянно пьянствовал, дебоширил, попадал в полицейский участок, своеобразно женился, умыкнув несовершеннолетнюю девушку. Ну, не будем сейчас этого особо касаться, такая классическая игра трикстера, о которых я в прежних лекциях своих говорил. И приезжая в Плимут, Дойл обнаруживает, что Бат... В Старке Монро фамилия Батта меняется на Коллингворт. И если будете читать, я бы вам рекомендовал, если для вас будет интересна вот эта вот судьба Дойла за 80-е годы 19 века, там описывается весьма подробно. Хотя могу сказать одно, что роман, конечно, немножко тяжеловат. Немножко тяжеловат, так же, как и записки юного врача. То есть для кого-то, может быть, они будут близки. Вот булгаковские записки юного врача тоже весьма своеобразно воспринимаются.
Дойл удивляется. Действительно, у Батта богатый дом, обширная практика. Он удивлен, как еще несколько времени назад Бат сидел в бедности, на мели, клянчил деньги, а сейчас настолько хорошо раскрутился, что получает довольно крупные деньги. Мало того, его модель работы с пациентами вызывает у Дойла какое-то не то что непонимание, а неприятие. Бат кричит на них, ведет себя как-то неординарно, но удивительно, пациентов у него становится немножко больше. То есть, такая некоторая шоковая терапия. И, соответственно, Артур считает, что его бывший однокашник, его приятель, скорее всего, предоставит ему хорошую комнату для работы. Да, Бат предоставил ему комнату для приема больных по соседству со своей приемной, абсолютно голые стены, вот стул. А дальше Дойл должен был сам все закупать. При этом Бат отдает Дойлу два направления, которыми сам заниматься не очень любил. Это хирургия и акушерство. Пациенты появились. И был даже случай злокачественной опухоли, и Дойл очень нервничал, когда работал с ним. Но операцию провел успешно. За первую неделю заработал 17 шиллингов и 6 пенсов, как он пишет, за вторую и третью по 20 фунтов в день. Вот. Ну, вот все-таки Бат очень скоро начинает вести себя характерным для себя образом. Он начинает оскорблять и унижать Дойла, начинает с ним драться. И это действительно было очень странно, потому что в Старке Дойл прописывает, что его приятель внезапно вскочил после обычного разговора и действительно стал бить его кулаками. Дойл стал отвечать. В это время заходит жена его приятеля, смотрит удивленно как-то на Дойла, понимая, что Дойл явился инициатором этой драки, что на самом деле было совсем не так. И очень сложно было ей объяснить, что это, как бы, мягко сказать, случайность некоторая. Но все-таки. Была еще одна специфическая тема. Бат предлагает Дойлу уехать в какой-то другой город. Но ради того, чтобы Дойл уехал, он даст ему некоторую сумму в долг, взаймы. В частности, он будет платить ему 1 фунт в месяц до тех пор, пока Дойл не встанет на ноги. Дойл опять Бату верит. Хотя предложение довольно унизительное. Если мы посмотрим, одеваться некуда, денег нет. И в июле 1982 года Дойл переезжает от Плимата до Тавистока в попытках найти для себя какое-то городишко, где сможет открыть самостоятельную практику. И находит такой город в Старке Монро, он называется Бирчесполь. И там он планирует работать много лет. Действительно, казалось бы, ситуация была бы очень важной. Но я немножко пойду вперед. Бат вскоре отказывает Дойлу в выплате денег. И мало того, требует, чтобы Дойл вернул все те деньги, которые были Дойлу перечислены. То есть по фунту в месяц. И при этом, что самое главное, на чем он основывается? На том, что мать Дойла плохо отзывалась в своей переписке к Дойлу о самом Батте. Отсюда вывод Дойл делает простой. Бат читал письма, которые приходили Дойлу на почту, пока он жил у Батта. То есть он скрывал письма своего друга. А иначе таких выводов было сделать невозможно. Соответственно, ситуация вообще, мягко сказать, какая-то некрасивая. Но Дойл никаких материнских писем в Плимате у Батта не забывал. Они были при нем. И тогда, разумеется, Дойл все понимает. И вот в Старке он пишет: «Я не любил Коллингворта», а это тот же самый Бат, да, я уже говорил это, «и теперь не могу не любить его. Меня восхищали его достоинства, а его общество, необычные ситуации, возникающие от общения с ним, доставляли мне удовольствие. С одной стороны, человек неординарный и интересный, а с другой стороны, нечистый на руку, ненадежный, агрессивный и достаточно неадекватный». Ну и, соответственно, вот этот роман автобиографический Дойл считает, что будет очень хорошо принят в литературной среде. К сожалению, Старк Монро особо не пользовался успехом, и, безусловно, письма Старка Монро
единственное, почему сейчас для нас важны, это Дойл в молодости. Монро чувствует себя очень одиноким. Дойл придумал ему друга Берти, Бертрама, с которым можно поделиться и часто вот объяснял в переписке, что происходит с ним. Придумал врача, отца. Отец спокойный, рассудительный врач, надежный. У Дойла такого не было. У него любящая мать. У Дойла тоже такого не было. Ну и, наконец, и тот же самый неадекватный доктор Каллинворт, который, конечно, с одной стороны трикстер, потом он немножко будет описан в поведении профессора Челленджера. Неадекватности, склонности к дракам определенным, непредсказуемости. А частично, может быть, что-то будет и от Мориарти, то есть человек, который преступный, с одной стороны, но привлекательный. Итак, Дойл в надежде, что роман его станет религиозной философской сенсацией, ничего подобного не случилось, и, безусловно, опять разочарование. Философские подходы Дойла в этот период достаточно, я бы сказал, не столь широки. Его точка зрения, что у религии есть очень большой грех, прежде всего, это неуважение, которое проявляется к интеллекту. Второй момент – вопрос бессмертия души, который потом будет его занимать весьма подробно. И действительно, существует ли бессмертие души, задается вопросом врач. То есть, индивидуальность – это не уши, не глаза, не кости, ни печень, ни почки, что остается? Какая-то беловатая масса, подобная замазке, приблизительно в 50 унций весом, пишет он, со множеством бледных нитей, на вид не отличающихся от медузы, плавающей в наших морях. Но, когда самоубийца неудачным выстрелом поражает лобные доли мозга, и с помощью хирургов потом остается живым и мыслящим человеком, да, что-то здесь не так. И Дойл считает тогда, что душа прячется в каком-то определенном участке мозга, но непонятно где именно. Медицина этого пока не знает, но должна узнать, безусловно, обязательно. Дойл пишет, чтобы нас не ждало после смерти, наши обязанности в жизни неизменны и ясны. И делает очень интересное ему заключение. Бессмертно человеческое тело. И именно к телу Дойл питает особое уважение, как к творению инженера с большой буквы, то есть Бога. А потому слова священника о презренной крови или плоти считает богохульными, как и принижение идей разума. Дойл пишет, что есть факты, доказывающие, что каждая клетка нашего организма представляет собой микрокосм и является носителем индивидуальности. Ну, здесь он идет как раз ближе к изумрудной книге Гермеса Трисмегиста. Да, вот как раз та самая история. То, что наверху там подобно тому, что внизу, а то, что внизу подобно тому, что наверху. Или микрокосм и макрокосм. Любая ячейка в теле способна воспроизвести человеческий организм, пишет он. А может быть, это так, в некотором плане строки, которые могли бы предвосхитить будущую генетику. Но Дойл дальше не пошел. А в Старке Монро, действительно, он там приводит слова своего отца. «Я рассматриваю Вселенную так, будто это моя собственность, и я не могу спать спокойно, пока кто-то в моем хозяйстве не в порядке». Мало того, именно в Старке Монро Дойл опять же излагает свои мысли в плане развития будущей цивилизации. И некоторые выводы, конечно, довольно одиозные, хотя что-то довольно любопытное. Ну, во-первых, человек покорит воздушные просторы и морские глубины. Согласен. И несколько времени назад как раз у меня была лекция, посвященная Сухову Кобылину, Александру Сергеевичу Сухову Кобылину, и вот у него как раз подобные мысли тоже были. Да? Мало того, передвижение, быстрое передвижение в пространстве. Второе. Успехи профилактической медицины искоренят болезни и приведут к тому, что причиной смерти останется только старость. Но вот тут еще один вопрос очень специфический. А сроки жизни – это какие сроки жизни? Старость, когда она наступает? Потому что в каждом историческом периоде понятие старости немножко свое. В XIX веке старый человек – это уже ближе к 60.
А следующее, третье, образование и социальная реформа общества покончат с преступлениями. И на преступников, прежних преступников, можно будет смотреть в музеях на их фотографии или на их статуи определенные, какие-то восковые. Интересная идея. Но вспомним, что на Бейкер-стрит как раз он наблюдал, будучи студентом, восковые фигуры преступников. И это произвело на него особое впечатление. Здесь как раз вот это повторяется. Следующее. Англоговорящие нации объединятся с центром в Соединенных Штатах американских, а постепенно все европейские государства последуют их примеру. Последовали. Далее. Войны будут редки, но будут более ужасны. Безусловно, и так логично. Ну и еще один момент. Человек постепенно будет меняться. Как видите, общество уже совсем стало совершенным. Все объединились вокруг Америки. Вот. Войны редкие, но ужасные. И поэтому люди, продвинутые люди, те, которые люди будущего, они лысые, в очках с двойными стеклами, что ли, как. То есть у них должны исчезнуть зубы, волосы и зрение, пишет Дойл. Ну что, достаточно своеобразно. Ну, что делать? Дойл находит для себя небольшой городок. Называется он Саутси. Такой тихий город, 4 мили каменистых пляжей. Потом доктор Уотсон в рассказе «Картонная коробка» будет об этих пляжах вспоминать и даже тосковать. Саутси – небольшой крошечный городок, а у нас он известен тем, что Иван Сергеевич Гончаров, путешествуя на фрегате «Паллада», в одноименных своих воспоминаниях фрегат «Паллада», как раз вспоминает об этом городе. Мало того, именно в пансионе семьи Хэллоуэй туда, в этот город, в Саутси, отдают родители 6-летнего Рюдьяра Киплинга. Пансион, кстати, не очень хороший. Итак, Дойл приезжает в Саутси, при нем чемодан, эсэсэр, шляпная коробка, табличка, латунная табличка с обозначением профессии и фамилии, стетоскоп, несколько медицинских книг, две пары ботинок, два костюма, белье, 5 шиллингов и целых 18 пенсов. Он снимает меблированную комнату за 10,5 шиллингов в неделю. А вечером, выпивая немного портера и обозревая из окна своей комнатки серые крыши Саутси, он грезит тем, что он станет здесь достаточно успешным врачом, и говорит: посмотрим, кто кого. На следующее утро Дойл покупает карту города и начинает обходить улицы города, узнавая, где живут врачи, чтобы не селиться ближе к тем местам, где уже эти врачи живут. До завтрака занимается поисками будущего дома, и Саутси тихий, скучноватый, вызывает в нем какую-то снисходительную усмешку. Ну, ему этот городок понравился. Минеральные источники. Мало того, город все-таки в чем-то может быть респектабелен. Почему? Потому что моряки, потому что море рядом. И именно в одну из таких прогулок Дойл снова ввязывается в драку. Хулиган избивал женщину с ребенком, и Дойл вспомнил свое увлечение боксом. А как он потом писал в своих воспоминаниях, это была вторая в его жизни драка из-за красавицы. Ну, какая красавица была, неизвестно, но важно то, что драка. А в скором времени он находит двухэтажный дом небольшой, расположенный между богатыми и бедными кварталами, как раз золотая середина такая. Потом, через много лет, этот дом местные жители будут называть Дойл Хаус. А Дойл пишет в записях: замечательно, когда у вас появляется собственный дом, как бы убог он ни был. Дом стоил 40 фунтов в год. И, соответственно, Дойл изначально, еще в надежде, что доктор Бат будет ему выплачивать какую-то сумму, он соглашается снимать этот дом. Но тут оказывается в ситуации весьма проблемной, да, что денег нет. Но пишет арендный договор, агент не потребовал задатка только потому, что Дойл, как наниматель, указывает в качестве своего поручителя родственника Генри Дойла, кавалера ордена Бани, ну и довольно уважаемого человека.
Отсюда Дойл получает ключ от дома, берет в руки тряпку, метлу, ведро, чистит дом снизу доверху сам. Потом находит в кухонном очаге груду человеческих челюстей, необычная находка, и пишет воспоминания. Когда я закончил, я был таким грязным и потным, как если бы отыграл целый тайм. Я вспоминал нашу опрятную прислугу и думал над тем, какой высокой квалификации требует это занятие. Ну, все-таки, что он делает дальше? Обозначает практику, вешает рекламу и ожидает пациентов. Пациенты не идут. Он вспоминает, что он завел тетрадку с дорогими страницами и на всякий случай указал, что он уже кого-то провел через свою консультацию. То есть там уже были какие-то записи, но они были сделаны специально, чтобы создать некое впечатление, что он уже востребован. Но пациенты не идут. И тогда Дойл начинает просто заниматься опять литературой. Пишет рассказы вот, в Саутсе как раз. И это дает ему некоторый заработок. Такой гонорар в размере 10 фунтов стерлингов. Ну, разумеется, эти деньги идут в уплату дома. То есть, проживая таким довольно странным образом в Саутсе, Дойл понимает, что ему нужен помощник. Помощник необходим. И тогда он думает нанять кого-то или, может быть, могут помочь родственники. Родственники помогают, и он приглашает к себе в дом 9-летнего его брата Инеса. И тот стал ему, можно сказать, товарищем и как-то поддерживал его, развлекал. И вот откуда два джентльмена, два неразлучных друга, которые делили пополам стол и кровь. Дойл писал: «Братья, он выносит все невзгоды нашего маленького хозяйства, оставаясь в самом веселом настроении духа, разгоняет мою хандру, сопровождает меня на прогулках, входит во все мои интересы». Ну, соответственно, Дойл устраивает брата в школу. После уроков брат помогает ему принимать больных. И постепенно как-то Дойл, все-таки начиная получать первичные деньги, задумывается о прислуге и находит вариант весьма уместным не за плату, а за жилье. Ну, там в Старке он описывает, что это было, что он нанял одну женщину, а она еще привела мужчину с собой. Да? То есть такая история была не слишком красивая, тем более в договоре такого изначально не было. Но в рассказе «Неудачное начало» Дойл как раз описывает первые недели начинающего врача Ораса Уилкинсона, когда тот сидит в приемной, ожидает пациентов, но никого нет. Пациенты Дойла очень бедные. Многих приходится лечить даром. Была еще одна сумасшедшая старуха, которая приходила пьяной к нему и за прием приносила ему свою посуду. А когда трезвела, посуду забирала. То есть, ну, такие казусы были. Платежеспособные пациенты у Дойла стали появляться только тогда, когда он понял эту закономерность. Нужно заводить знакомства и вращаться в обществе. И, в частности, среди людей общества оказывается, допустим, владелец магазина тканей, а в это время учеником в этом магазине служит юный Герберт Уэллс. Он моложе Дойла на 7 лет. А далее Дойл вступает в Портсмутское литературное научное общество. Скоро становится его секретарем. Дойл вообще очень любит общественную деятельность. Вот. Председателем общества был коллега Дойла, доктор медицины Джеймс Уотсон. И здесь вот тоже часто считается, не оттуда ли он взял как раз своего будущего героя, друга Шерлока Холмса. А пишет статьи, темы разнообразные, делает доклады, в частности, доклады об арктических морях. Но и здесь навыки Дойла немножко своеобразны. Дело в том, что он с детства любил приукрашивать, преувеличивать какие-то моменты. И поступает очень просто. Готовясь к выступлению, он одолжил у одного таксидермиста чучело птиц и животных. И вот показывал их в процессе своего выступления, и публика была убеждена, слушатели были убеждены, что это из его личной коллекции, что он привез это из своего арктического путешествия. А дальше записывается в политический кружок, опять дискуссии, доклады.
что ему тоже нравится. Ну и, соответственно, позволяет себе так называемую светскую жизнь, периодически ходит на балы, на концерты, иногда на балах позволяет себе хватить лишнего и даже делает в ряде случаев предложения всем встречным девушкам. Ну, слава богу, они не соглашаются. Видно, что доктор немножко устал. И в конце концов занимается спортом. Футбол, он футболист заядлый. Прежде всего, это клуб «Портсмут», так он называется. И вратарем там был Дойл. Круг знакомств в результате расширяется. Практика начинает расти, хотя она никогда не будет блестящей. Но все-таки постепенно от 154 фунтов до 300 фунтов в год, вот в третий год проживания в Саутсе, Дойл уже начинает получать. Ну и, соответственно, это тоже дает ему некоторую надежду на будущее. Но в летом и осенью 82 года пациентами не пахнет, слишком мало. И юный Дойл садится писать. Первые его рассказы сами по себе достаточно дежурные, пишутся только для того, чтобы был какой-то определенный заработок. Ничем большим, ни на что больше он особо не надеется. Ну вот один из таких интересных рассказов – это рассказ «Капитан полярной звезды». Да, вот я о нем немножко говорил, о мертвой тишине, которая царит над обширным пространством льда. Интересный рассказ сам по себе, действительно очень пронзительный, довольно пронзительный. И мало того, именно в этом рассказе Дойл впервые начинает использовать очень интересный метод. В чем, допустим, заключается феномен записок о Шерлоке Холмсе? В том, что эти записки пишет не автор непосредственно записок, да? Записки пишет доктор Уотсон. То есть от имени не автора, но имени того, кто наблюдает со стороны происходящего. Прием сам по себе достаточно любопытный и увлекательный. Обязательно такой персонаж должен быть немножко простодушным, для того, чтобы что-то недопонимать, а читатель мог бы увидеть, узреть какие-то закономерности, удивляясь вот этому, ну, в некотором плане, недалекости, что ли, да, первичного наблюдателя, который пишет эти записи. Ну, прием этот впервые был использован. Идем дальше. «Капитана полярной звезды» публикует в 83-м году в январе. И, безусловно, Дойл счастлив, пишет матери, что теперь у него получается зарабатывать литературой. А дальше были еще серии рассказов. Но интересно, что все равно «Капитан полярной звезды» не пользуется большим успехом, а пользуется успехом абсолютно стандартный один рассказ Дойла, который сам по себе довольно неинтересен. «Хебекук» называется он. Ну, показ публикуется неавторизированным, то есть он не указан, там не указан автор. Зачем это делать? Чтобы Дойла не критиковали, чтобы не было оскорблений. И, как ни странно, этот рассказ сравнивают со Стивенсоном, с Эгдером По сравнивают, и это вызывает у Дойла странное непонимание, потому что то, что ему нравится, то, что ему кажется, что это написано идеально и здорово, не нравится читателю, а то, что нравится читателю, не нравится Дойлу. К сожалению, подобная, очень странная закономерность будет сохраняться в творчестве Дойла и на протяжении длительного времени и потом. Летом 85 года в жизни Дойла случаются некоторые важные события, ну, относительно важные, он женится. Случается это весьма неожиданно для окружающих, а может быть и для самого Дойла также. История весьма своеобразна. Здесь она мне напоминает в романе Штефана Цвайга «Нетерпение сердца» есть такой герой, доктор Кондор, который говорит: если можешь помочь пациенту, помогай, а не можешь, и даже не суйся. Дойл в своей практике сталкивается с семейством Хоукинсов,
старике Монро, он называет их семью Лафорсов. На самом деле там очень подробно, это в чистом виде. Вот в Старке Монро упоминается практически его в чистом виде биография, даже его личная жизнь. Итак, в семействе Хокинс вдова, мать и двое детей, старшая Луиза и младший Джек. У мальчика церебральный менингит в последней стадии. Спасти его практически невозможно. Болезнь опасна и по настоящее время. А другие врачи не соглашаются лечить мальчика, потому что ответственность будет, когда у тебя умирает пациент. Это уже говорит о том, что на тебе висит какая-то черная такая вот, черный шлейф такой остается. Да? И вот предыдущий доктор, доктор Пайк, отказывается работать с этим мальчиком, а Дойл берет на себя и становится лечащим врачом Джека, перевозит умирающего мальчика к себе домой, на дом. Но в этом никакого смысла не было. Мальчик умирает. Но Дейл пишет так: «Это не повредило мне, ибо мое положение было настолько скромным, что повредить ему было нельзя». Но об этом он напишет через 40 лет. Джек Хопкинс проживает несколько суток, нервно бредит, Артур по ночам от него не отходит, но ничего спасти мальчика не может. И мальчик умирает утром. Картина своеобразная. Из дома врача выносят гроб с пациентом. Дойл утешает мать, сестру Джека. И, соответственно, постепенно происходит какая-то искра в отношениях между сестрой Джека и Дойлом. А Луиза Хокинс, дома ее называли Туи, ну, она не столь красива, но вполне мила. Но мало того, она достаточно молчалива, послушна, покорна. Может быть, именно сама биография семьи без кормильца, сложных финансовых отношений в определенной степени сформировали ее характер, такой довольно, ну, я бы сказал, бесхарактерный в некотором плане. И вот с Луизой Дойл начинает часто прогуливаться у моря и довольно быстро, нарушая все существовавшие тогда понятия о нормативах создания семьи, они быстро обручаются. Свадьбу сыграли в августе. Невеста старше жениха на 2 года, но, в принципе, ничего страшного. Отец жениха, то есть отец Дойла, не присутствовал на свадьбе. И в 1985 году, после попытки бежать из больницы в Форденхаус, я рассказывал, Дойл, Чарльз Дойл был приведен в более серьезное больничное заведение того же профиля, а именно психиатрическую больницу в Саннисайд на севере Шотландии. Поэтому отцу Дойла совершенно не до этого. Ну, давайте все-таки теперь коснемся некоторого такого вопроса существенного. Итак, Дойл и отношения с женщинами. Вот в письмах Старка Монро его герой ссылается на какого-то русского писателя о том, что мужчина, узнавший одну женщину, которую любит, лучше поймет женщин, если бы он знал их тысячи. Это Анна Каренина, Лев Толстой. Только произносит ее не автор, а приятель Вронского, да, Серпуховской. Ну, ладно. Все-таки Монро пишет, ни на кого не ссылаясь, вот в Старке. «Я не знал, как любовь к женщине вносит новые краски в жизнь мужчины, наполняет бескорыстием все его действия. Я не знал, насколько легко быть благородным, когда кто-то принимает это как должное, и как интересно становится жизнь, когда смотришь на нее 4 глазами вместо 2». Ну, все-таки, очень часто в литературе викторианской эпохи любовь и брак – это альфа-омега всего. А здесь все-таки Дойл считает, что брак – это не совсем то. Да, на жизненном пути обыкновенного человека брак – это эпизод, имеющий хотя бы и какое-то важное значение, но лишь из ряда эпизодов. Потому что есть и другие эпизоды, играющие в жизни мужчины довольно серьезную роль. То есть это профессия, карьера, дружеские отношения, преодолевание трудностей или борение с трудностями, как Дойл пишет. И, соответственно, возвращаясь к Луизе, брак, конечно, весьма своеобразный. И характер Луизы непонятен. Дело в том, что
кротость, смиренность, но все-таки довольно куцые, на самом деле, описание ее характера. Но в «Старке Монро» Дойл пишет так: «Доктор, глядя на жену, смягчил свою позицию по отношению к ортодоксальным верующим. Если я высказывался резко в адрес ортодоксов, это было направлено против тех из них, кто выстраивает китайскую стену вокруг религии и не хочет принимать ничего нового. А что касается моей жены, я также мало склонен нарушать ее детскую веру, как она нарушать порядок на моем письменном столе». Какая прелесть. «Женщина что-то вроде ребенка, и совершенно незачем ей взрослеть. Идеям не место в милой головке», – пишет Дойл. Ну вот, отношение к браку достаточно специфическое. Прожили они 20 лет, довольно много. Но уже через 12 лет Дойл влюбляется, но продолжает жить с первой супругой, и Луиза умирает через 20 лет от туберкулеза. Она была больна туберкулезом и изначально, и вот все это время борется с этим заболеванием. А если говорить о характере Дойла, поменял ли его как раз брак, поменял его брак или нет, скорее всего, навряд ли. Женить бы его как-то поменял. А в книгах во время брака с Луизой тема любви и тема женщины практически отсутствует, и там больше идут мужские дружбы, погони, приключения. А, допустим, Джон Уотсон, товарищ Холмса, будучи много лет женат, ну, как-то брак этот не описан Дойлом. Словно и нет этого брака. И при каждом удобном случае Уотсон с радостью сбегает из дома к Холмсу. Может быть, это как раз и проекция самого Дойла на свой брак. То есть тоже, наверное, хотелось как-то периодически сбегать. Но у него не было Холмса, чтобы это возможно было. И, конечно, многие биографы Дойла считают, что свою первую жену он не особо по-настоящему не любил. А на брак его толкнули такие рыцарские побуждения, с одной стороны, к несчастной девушке, такое нетерпение сердца под свадьбу, а с другой стороны, желание остепениться для того, чтобы иметь несколько больший статус в социуме. Но все-таки, вот смотрите, 20 лет вместе. Первые 10 лет благодаря дружбе, благодаря тонким и понимающим отношениям с супругой, жизнь идет достаточно спокойно, тихо, такой спокойный, тихий брак. А потом Дойл встречает настоящую любовь, о ней мы еще будем говорить. Но прежде всего он сторонник классики. Хотя тут вопрос какой. В 1909 году он станет и целых 10 лет будет председателем комитета по реформированию законов о разводе. И будет писать так: «Закон, освященный церковью, но лишенный любви, это связь, а основанная на взаимной любви сожительство мужчины и женщины – это истинный брак». То есть все наоборот. То есть сожительство по любви – это брак, а брак по случайности или по каким-то эмоциональным зависимостям – это сожительство, наоборот. Ну, ладно. Повторюсь, то, что Дойл женился, как-то на его характере сильно не сказывается. Чем он еще занимается вот в эти годы, в 85-86 год? Пишет докторскую диссертацию о вазомоторных изменениях при сухотке спинного мозга и о влиянии этой болезни на симпатическую нервную систему. Итог, становится доктором медицины Эдинбургского университета. То есть у него появляется ученая степень. Во-вторых, пишет несколько рассказов, но, собственно, о них сейчас особо говорить, наверное, не стоит, хотя есть один рассказ, о котором стоит упомянуть, это Джон Барингтон Коуэлл. Такая изящная история с гипнозом, с мистикой. А в это время Дойл очень интересуется этими вопросами. И там героиня – оборотень. Дойл снова пишет о демонической женщине, да еще и к тому садистке, да еще и намекает на притягательность женской жестокости для некоторых мужчин. Вот, а пишет он это, уже женившись, да, и часто считает, может быть, он приписывает женщинам демонические какие-то черты. Допустим, когда говорят, что Ирен Адлер может быть, это зло, как Холмс понимает изначально любую женщину, это зло. Да нет, если брать, допустим, реальное отношение Дойла к женщинам, ничего подобного не присутствует.
Есть еще один рассказ, довольно, я бы сказал, причудливый. Называется он «Человек из Архангельска». Очень вам рекомендую этот рассказ почитать, может быть, будете смеяться. Сын Дойла, Адриан, писал, что его отец именно этот рассказ считал своим самым лучшим рассказом. Ну, мне он тоже нравится, хотя улыбка не покидает вас, когда вы понимаете, что он описывает нравы и поведение русских, начиная уже даже с их фамилий и имен. О русских Дойл пишет периодически, и периодически это бывает достаточно шаблонно, но все-таки. Сначала первый рассказ о русских у него назывался «Ночь с нигилистами». Это в 1981 году он написал его. Там английский клерк, который приезжает в Россию по делам фирмы. Русские террористы ошибочно принимают тоже за своего коллегу-террориста. И только благодаря полиции этому герою удается выйти из этой передряги живым. Вот. А вот когда мы говорим как раз, допустим, о человеке из Архангельска, здесь немножко другая история. Итак, герой англичанин, он увлечен химическими опытами, живет в глухом уединении, спокойно, до тех пор, пока из-за кораблекрушения к нему в дом не попадает русская девушка, да? Ну, Софья Рамузина, ну пусть будет Рамузина, русская фамилия. А ведет себя она, ну как все русские женщины. Вот что он пишет. Она вскочила сразу просто, на всякий случай, привыкайте и учите, как должна вести себя нормальная русская женщина. Они все себя так ведут. Она вскочила со стула с криком, выражавшим большую радость, и, держа платье, которое чинила над головой, размахивая из стороны в сторону, и вместе с тем раскачивая туловищем, стала танцевать с необыкновенной живостью вокруг комнаты, а потом прошла, танцуя через открытую дверь, хорошо, что через открытую, вертясь кругом на солнце, она пела жалобным пронзительным голосом какую-то неуклюжую варварскую песню, русскую, выражавшую ликование. Все русские песни таковы. Своему спасителю Софья целует руки, ну, как принято в России среди интеллигентных девушек. Это всегда они делают так. Странные русские нравы, но ничего не поделаешь, шаблоны. Да? Мало того, герой данного рассказа в девицу эту не влюбляется. Англичанин, пусть и со странностями, вот полюбить такое нелепое создание не может. И это скорее автомат, нежели чем какое-то человеческое существо, вот это вот Софья. Затем появляется русский моряк Алексей Урганев. Урганев, тоже простая русская фамилия. И пытается Софью похитить. При этом он скрежещет зубами, сверкает глазами, рассказывает англичанину сложные истории своих с ней взаимоотношений. И в конце концов ему удается выкрасть Софью, но в итоге они погибают в море. Вот такая вот история. А третий рассказ о России будет связан уже с Шерлоком Холмсом, который тоже был в России официально. Ну, все-таки вот некоторые довольно забавные шаблоны здесь могут присутствовать. Ну, да, вот был еще один рассказ Гёрдлстона. Вот там как раз один из героев ездил в Россию, в большое селение в Уральских горах, скорее всего, город Тобольск. Вот. Ну, ладно. Итак, 85-й год. Вместе со своим приятелем Болом Дойл присутствует на сеансе медиума. И это производит на Артура довольно серьезное впечатление. Он тогда впервые соглашается с тем, чтобы цыганка ему погадала. И в некоторых своих биографиях он пишет, что ему удалось побывать на сеансе одного из самых известных медиумов того периода, Дэниел Хоум. Вот. А коренным таким номером Хоума была левитация. То есть в процессе своего выступления он начинал висеть в воздухе. Вот. Кстати говоря, именно подобное качество приписывались Дэвиду Юму, который тоже, кстати говоря, был выпускником Эдинбургского университета, как и Дойл. Хоум как раз и умирает в 86-м году, и его встреча с Дойлом могла быть, скорее всего, в 85-м году, не позднее. Но Дойл Хоума воочию не видит и, соответственно, пишет, что, скорее всего, медиумы существуют, но ему пока попадались дрянные и неквалифицированные.
Ну и в 86 году он продолжает посещать сеансы. Сеансы проводятся в полумраке, ну, что для медиума достаточно полезно. А Холм, кстати говоря, описывает, что он летал при свете, так же, как и Дэвид Юм. И мало того, когда участники друг друга знают, медиуму несколько проще узнать детали, при помощи которых можно выйти на какую-то информацию, которую якобы будет рассказывать дух, да, если говорить о шарлатанстве. Но Дойл был не столь наивен, как кажется. Просто он обратил на это внимание, и потом это, безусловно, еще откликнется. Но все-таки, вспоминая о подобных опытах, Дойл пишет: «Пока что я смотрел на своих друзей с некоторым подозрением». Дойл избавился, как женился, от богемных привычек, но своему образу жизни не изменил и стал более активным и энергичным. То есть он пишет статьи в газеты по самым разнообразным вопросам. А при этом темы абсолютно разные. Тема образования, женский вопрос. Мало того, есть темы, которые сами по себе вообще на него не похожи. Он пробует заниматься религией и политикой в определенной степени, но это все требует определенного времени. Пока для Дойла важно немного себя переключать. Энергии слишком много. И вот здесь как раз появляется первый отблеск того, что потом нам станет известно под именем Шерлока Холмса. А сначала он пишет рассказ, который называет «Запутанный клубок». А постепенно он переформулирует этот рассказ, поменяет название. И этот рассказ будет теперь звучать как «Этюд в багровых тонах». Итак, перед нами появляется фигура Шерлока Холмса. Фигура достаточно непонятна. Это фрик. Это человек, который не живет в реальном мире, точнее живет, но живет как-то не так, у которого достаточно странные привычки и очень странные особенности. Мало того, у Холмса в описании Дойла есть несколько очень странных характеристик. Если в первых встречах с ним, в первых рассказах мы видим человека аскетичного и человека часто достаточно даже категорично высказывающегося по поводу лишних знаний, лишней информации, чуть позже перед нами возникает Холмс, достаточно образованный, даже сказать утонченно образованный, и человек, который очень деликатен к женщинам, очень внимателен, то есть это совершенно другой Холмс. Но я сразу дам вам небольшую подсказку. Вторая роль Холмса появится уже после знакомства Дойла вместе с еще одним великим ирландцем, а именно Оскаром Уайльдом. И об этом еще будет у нас отдельный разговор. А пока Дойл решает сочинять детектив. Итак, для простоты, и когда говорят, что Дойл – это отец детектива, это совсем не так. Ну, скорее всего, мы должны вспомнить Эдгара По, с него прежде всего, и Эмиля Габорио. Да? А уже там есть очень интересные образы, а Габорио вообще-то сейчас особо не читают, а когда-то его романы были очень популярны, а пишет Габорио, Эмиль Габорио, так же интересно, как и Дойл, но при этом он у нас малоизвестен. У Габорио это сыщик Лекок. Наверняка вы слышали этого персонажа. И действительно, очень многое сыщик Лекок унаследовал от самого Габорио по типу характера. Ну, а еще аббат Фориа, если вспоминаем того же самого узника замка Ив, то там как раз это вот тот самый напарник Эдмона Дантеса, точнее не напарник, а человек, который сидит в соседней камере, аббат Фориа, который тоже очень внимателен, достаточно подробно и точно описывает то, что из себя представляет Эдмон Дантес. Ну и так все-таки давайте приступим. Хотя я думаю, что на сегодня пока достаточно, а часть третью мы уже посвятим непосредственно фигуре Холмса.